Вот на этом моменте я хотел бы прокомментировать свою работу. Должен вам сказать, это крайне неправильное снятие дисплейного модуля с этого телефона. До этого я никогда не снимал такие модули. Ну, как получилось. И вот сейчас самый интересный момент. Получилось ли у меня сохранить дисплей? Давайте посмотрим. Если честно, я крайне удивлен. Я думал, что по-любому дисплей где-то треснет, но он оказался целым. Я действовал очень аккуратно. Если будете снимать модуль на таком телефоне, будьте очень-очень аккуратны. Видите, сенсор был приклеенный к дисплею. Я должен был снять дисплей вместе с сенсором, а не наоборот. Тогда было бы проще. На самом деле, видите, приклеено только по краям. То есть мне нужно было поддеть под этим скотчем, таким образом отклеить вот эту вот рамку, и тогда все было бы намного проще. Ну, конечно, приклеено все очень хорошо. Да, ну конечно и конструкция. Смотрите, вот это вот рама, дисплейная рама, на которой все держится, видите? То есть нужно было по сути только по краям вот здесь вот отклеить, вот здесь в углу и здесь, ну и по бокам. Дальше нужно было каким-то образом подковырнуть это все и начинать снимать. В общем, вот таким вот образом снимается дисплейный модуль, снимается вместе с рамой, на которой расположена плата. На корпусе есть вот такие вот защелочки, они и держат эту всю раму. То есть правильно было бы мне изначально вот здесь вот по периметру отклеить, а дальше нужно было как-то подковырнуть корпус и соскочить с вот этих вот защелочек. И тогда я бы вынял раму вместе с дисплейным модулем. И тогда, конечно, мне уже сенсор снимать было бы намного проще. И это было бы, наверное, более правильно. Давайте еще раз проверим дисплей. Работает ли он хотя бы после этих всех манипуляций? Слава богу, дисплей работает, поэтому ремонт можно продолжать. Есть еще другая проблема. Шлейф сенсора я отрезал. Для того, чтобы мне установить новый сенсор, мне нужно снять дисплей. Этот дисплей получается приклеенный еще и к раме. Честно говоря, да, качество Samsung, конечно, хорошее. Но сделать что-нибудь с ними простому человеку, наверное, будет тяжело.
Итак, хочу подвести итоги этого ремонта замены сенсора на телефоне Samsung G532 J2 Prime. Сенсор был разбитый, даже несмотря на то, что я делал это уже неоднократно с другими телефонами, но на этом телефоне мне это удалось с трудом. Даже при наличии сепаратора, всех необходимых инструментов, я испытал некие трудности, особенно при снятии сенсора. Моя основная задача была снять сенсор без повреждения дисплея и заменить его. Сенсор снимается очень тяжело. Я думаю, в следующий раз, если придется менять, мне будет уже, конечно же, проще. Из видео вы увидели, что лучше, конечно же, снимать сенсор вместе с дисплеем. Для этого достаточно аккуратненько отклеить дисплейный модуль. Дисплейный модуль держится на рамке, рамка фиксируется в корпусе. То есть ваша задача отклеить по периметру и найти вот эти вот защелочки, прощупать их и аккуратненько снять всю рамку. Тогда можно будет снять отдельно дисплейный модуль, и тогда можно будет дисплей отделить от сенсора и таким образом заменить. Конструкция телефона не позволяет сделать это максимально просто. Нужно быть очень-очень аккуратным. Дисплей достаточно тонкий. Можно случайно его задеть, и в принципе он треснет. Поэтому, если будете сами менять сенсор или дисплейный модуль, делайте это максимально аккуратно, спешить не надо. По времени у меня этот ремонт занял 2 дня. В сумме это выпало где-то на часов 4-5. Делал я не спеша, время позволяло. Я почистил весь корпус, кнопочки, плату от пыли, разъемчик, динамик, все было почищено. Этот телефон пойдет на продажу, скорее всего. Я им сейчас попользуюсь некоторое время, протестирую. Если все нормально, значит, выставляем. И еще один нюанс. Новый сенсор, на новом сенсоре уже наклеен вот этот двухсторонний скотч. Двухсторонний скотч не очень липкий. То есть мне пришлось его еще зажимать, подогревать и зажимать для того, чтобы он хорошо приклеился. Насколько его хватит, я не знаю. Если бы я это учел, нужно было хотя бы по краям, по периметру добавить клея B7000. Я думаю, держался бы сенсор нормально. А так, здесь вот прощупывается такой вот небольшой люфт, совсем незначительный, можно на него и не обращать внимания, но он есть. В самосрабатывании сенсор никаких нету, все работает нормально, ремонтом я доволен, поэтому увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока!